Давай, собрались. Давай. Ну, сейчас товарищ судья скажет. Товарищ судья. Вот это судья. Конечно. Немножечко внимания. Да, а вы что хотели? Играем не грубо, все-таки чонки у меня дома. Поляну сильно не топчем, так что за бутсами вообще не люблю бутсы. И так далее. Всякие пресекать маты и так далее буду нарушение пресекать. Не, Миша, не надо. У своих буду пресекать. Командам удачи все в этом турнире. Приветствую. Команде чонки наш физкульт. Привет. Команде березки физкульт. Привет. Ну, так я из-за здорового образа жизни. Да? А как ты думаешь, у нас есть с этим проблемы? Ну, в стране, да. А какие? Ну, алкоголизм, наркоманы, все такое. А что с этим можно заработать? Не знаю, сухой закон сделают там, еще что-то. Даже дети могут, даже в нашем возрасте, от 16 лет, очень часто могут сказать, то, что им 18, им поверят в магазине, продадут и... И вот мы теряем таких вот людей, которые должны играть в футбол, заниматься спортом, мы их просто теряем. Ну, они есть, их тут нет. Все. Ну, наверное, молодежь пьет, потому что им нечем заняться. Очень много свободного времени, поэтому предоставлены сами себе. Если бы они чем-нибудь занимались, то я не пили. А так им нечем заняться, так они пьют. Я считаю, что надо больше построить в городах, больше, то есть качели всего, чтобы детям было где заниматься, для чего. Просто сейчас получается актуально это, что заниматься спортом это за деньги все. Надо заниматься, то есть без денег всего. Я то есть легкую атлетику даже забросил, потому что мне не хватило денег на обычные шиповки. На обычные шиповки не хватило. Я вот бросил легкую атлетику. Мы ходили в Чонкинский сельсовет, просили еще там много лет назад построить детские площадки. Сказали, за свои деньги все построим, мы нашли спонсора всего. Но нам отказали в строительстве, сказали, это санаторно-курортная зона, здесь ничего не будет. То есть бессмысленно было то, что мы даже туда ходили. У нас есть движение воркаут, стрит-воркаут. Это люди ходят на турники и занимаются для себя. То есть преимущество то, что это бесплатно и не надо ездить в город, во-первых. Есть турники, все, занимаемся. Но минус в том, что у нас мало и... Я не знаю. Ну, турников считаю. Только в санаториях и все. Пацаны же топ! А тоже. Ворота на. Мы где? Должен быть просто хороший поля, хорошее организованное занятие, как бы. Должны давать больше всего, как бы и бутсы выдавать, и форму, и заинтересовывать молодежь. Извините, я должен уже играть. Вперед буревестник, солнце взошло. Новых известий время пришло. Устала под гнетом планета Земля. Жить как скотина больше нельзя. Буржуи танцуют на наших горбах. Потрачим за льготное место в гробах. Нас разделили и давят как блох. Хором, ребята, считаем до трех. Раз, два, раз, два, три. Это песня строителей нового мира. Тех, кто не сдох от боли и гира. Это песня рабочих новой формации. Тех, кто не слил мачете градации. Вперед, миротворцы, Меркурий наш брат. Пусть бросят
винтовки, матросы, солдат. Рабов убивает нефть и руда, а вместо клейма золотая звезда. Это песня строителей нового мира, тех, кто не сдох от боли и гира. Это песня рабочих новой формации, тех, кто не слил мочей деградации. Мир и свобода, вот наша цель. Вот наши тезисы, вот наш апрель. Плевать на партийно-церковный расклад. Дружба, религия новых ребят. Это песня строителей нового мира, тех, кто не сдох от боли и кира. Это песня рабочих новой формации, тех, кто не слил в моче деградации. Песня строителей нового мира, тех, кто не сдох от боли и кира. Это песня рабочих новой формации, тех, кто не слил в моче деградации.